Развитие и становление высших учебных заведений исторического профиля, значение личности в науке, источниковедение и архивное дело, геополитические проблемы и социальные конфликты. Такое широкое тематическое поле охватили организаторы международной конференции, посвященной юбилейному событию. Более сотни гостей из разных уголков мира приехали в этот день в Брест. В зале Пушкинского университета друзья и партнеры исторического факультета. Все те, с кем сотрудники вузовского подразделения шли все эти годы, совершенствуя и развивая науку. Мы не могли не пройти мимо этой даты. Очень важно для нас, пусть это небольшой юбилей, но мы хотели позвать друзей, коллег, студентов, преподавателей, которые когда-то работали и сейчас работают на факультете, чтобы вместе отметить наш праздник. Биографы человечества так нередко называют историков в научных кругах, и это обоснованно. За 2,5 десятилетия через стены факультета прошла не одна тысяча студентов. Кто-то из них остался в профессии, кто-то избрал другое, не менее интересное дело, где сегодня полученные знания используются практически ежедневно. Немалый процент от общего количества выпускников ИСТФАКа продолжил педагогическое дело своих наставников в университете. Действительно, это факультет один из лучших, потому что результаты научной, учебно-методической работы преподавателями и студентами этого факультета всегда занимали высокие позиции. Первое, второе, третье место. Во-вторых, на исторический факультет всегда был большой конкурс. Он очень востребован среди абитуриентов. Третий, исторический факультет готовит не только специалистов в систему образования, но поскольку само название исторический факультет, это выпускники, которые работают и в райисполкомах, в структурах идеологии. Однако одним из основных направлений деятельности историков все же остается наука. Познакомиться с отдельными работами и трудами ученых можно было в фойе. Там распахнула свои двери большая тематическая выставка, вобравшая в себя пособия разных лет. Монографии, учебники, сборники докладов конференций. Это труд ни одного поколения педагогов, которые на протяжении всех учебных лет дарили любовь к науке своим студентам. Многие выпускники и сегодня с трепетом вспоминают годы, проведенные здесь. Эти годы учебы, студенчества, сделали меня тем, кем я есть. Был преподавателем университета, сейчас на государственной службе. И говорю большое спасибо историческому факультету, нашим преподавателям, сумевшим создать, поддерживать и развивать хорошие традиции, лучшие традиции исторического образования. Я считаю, что наш исторический факультет – это один из флагманов подготовки специалистов высшей исторической квалификации в Республике Беларусь. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания «Бук ТВ».